Здравствуйте, с вами Артем Сухоломкин. Каждую субботу мы рассказываем о проблемах и событиях, людях и проектах, чудаках и необычных явлениях Брянска. В эфире информационно-аналитическая программа телеканала РЕН-ТВ «Брянск. Город». Горожане станут платить больше за детский сад. С 1 февраля родительская доля выросла на 30%. Повышение – мера непопулярная, но вынужденная. Каши, супчики, рагу – обычное детсадовское меню. Учесть в нем надо несколько факторов – и нормы санпина, и рекомендации диетолога, и сумму, на которую надо приобрести продукты. Для сравнения, допустим, в Смоленске – это 2000 рублей, в Орловской области – 1700 рублей, ну и другие. В ЦФО мы самые такие, которые социально направлены. Несмотря на то, что вот сам бюджет городской наш насчитывает на сегодняшний день где-то порядка 4 миллиардов рублей, вот полмиллиарда из них это выделяется на содержание детских садов. Увеличение платы сразу на 30%, со слов властей, мера вынужденная. Работа по анализу детского меню шла с октября. Накормить малыша 3-4 раза в день качественно довольно сложно. Молоко, яйцо, мясо, в декабре цены на эти продукты еще подросли. Чтобы соблюсти нормы, необходимо привлечь внебюджетные средства, а это и есть родительская доля. Если сейчас родитель платит 1200 за содержание ребенка, то это будет цифра где-то 1500-1560 рублей в месяц. Поэтому 30%, как я сказал, это гордо звучит, но на самом деле в цифровом плане это не столь значительные цифры. С 1 февраля плата за один день пребывания в детском саду составит 58 рублей, если группа работает 10,5 часов. Если ребенок находится в саду 12 часов или круглые сутки, сумма увеличится до 65 рублей. Особые условия оплаты в группах кратковременного пребывания и в центрах развития ребенка. По-прежнему сохраняются все льготы, прописанные ранее для детсадовцев. С одной стороны, цифра звучит 1560 рублей. На самом деле, мало кто из родителей такую цифру платил и будет платить. Почему? Потому что есть такое понятие, как компенсация. В зависимости от социальной среды родителей, в зависимости от количества детей в той или иной семье, выплачивается компенсация от 20 до 70% в разных случаях. На форуме общения брянских родителей «Мама-32» – это тема в фаворитах. Вопрос вызывает не столько меню, сколько исходные продукты. В нашем саду хорошее питание, я вообще молчу, плачу 1150 в месяц. Если бы мой ребенок дома был, я даже не знаю, чем бы я его кормила в месяц на эту сумму. Не говоря уже о развитии, бассейне, стопотерапии. Масло сливочное идет самое дешевое, практически спред. Рыба и мясо тоже все низкого качества. Но все это зависит от поставщиков. Кто тендер выиграл на поставки детским садам, тот и поставляет. А на торгах, соответственно, смотрят, где дешевле. И в этом вопросе городские власти призывают к диалогу. О фактах плохой организации питания в детских садах просят сообщать в городское управление образования по телефону 74 23 85. Вода может стать золотой для тех жильцов, кто до сих пор не установил у себя в квартире водный счетчик. А таких в Брянске, как выяснилось, больше 40%. Правда, с уточнением, сроков повышения коэффициента на норматив правительство Брянской области решило немного повременить. И наворачиваем счетчик, не забывая про направление стрелки, сначала на одну сторону. Интернет наводнен видеоуроками, как установить счетчик на воду. Для сантехников подработки в последние годы стало больше. Не только замена труб, муфт, фитингов, но и установка приборов учета. Собственники жилья сами покупают счетчики, сами решают, кто врежет его в водоснабжение. А пломбировка за управляющей компанией. Закон требовал установку приборов учета поквартирных. Ответственность за это несет сами собственники. Порядок установки прописан 354-м постановлением правительства Российской Федерации. Там все четко расписано, кто делает, как делает и за что делает. Норматив холодной воды 190 литров в сутки на человека. За него и выставляется плата в квитанции, если нет прибора учета. Умножаем на количество дней и прописанных человек, получаем сумму в квитке на оплату. По 261 ФЗ с 1 марта стоимость норматива увеличится на 10%, в июле на 20%. В начале следующего года штрафники заплатят на 50% больше за норматив.
Но в Брянске больше трети квартир не оборудованы приборами учета воды. Механизм наказания в законе не прописан, хотя повышающий коэффициент четко определен. Это будет, но вот сейчас мы не вводим, и ресурсоснабжающие организации не будут вводить этот коэффициент, пока не будет разъяснения от Министерства жилищно-коммунального, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Чиновники ждут разъяснений. Для собственников жилья это фора для установки счетчиков. Первый шаг – обращение в управляющую компанию. Здесь дадут заключение, можно ли вообще в вашей многоэтажке ставить индивидуальные приборы учета. В десятках домов города система водоснабжения настолько ветхая, что управляющая компания может отказать. Не нужны счетчики и жителям аварийных домов, которые в России сейчас активно расселяют. Если нет технической возможности по установке счетчика прибора учета, то об этом выписывается акт управляющей компании, предоставляется в ресурсоснабжающую организацию, и повышающие коэффициенты в этом случае не применяются. Время на установку еще есть. И отсрочка повышения прописана постановлением правительства области. И сантехники пока не задрали тарифы в предвкушении выгоды. И пока одни безоглядно транжирят ресурсы, другие придумывают экономические выгодные схемы. Житель Донецка Сергей Лагунов приехал в Брянск по заданию изготовить газогенератор, который будет давать энергию путем переработки обычных дров. Машина марки АК теперь не требует бензина. Стоит только подкинуть уголька. Работа над этой акой шла всего 5 дней. Сейчас авто стоит на одной промышленной базе под Брянском. Изначально заводились бензином, но за 30 секунд вышли на режим, перешли на газ. Прибор, газогенератор изготовил Сергей Лагунов, мастер из Донецка. Финансист по образованию, он реанимировал тему 30-х годов прошлого века – генерация газа. Газогенераторы работают хорошо на кусках не менее 6-20 мм, а там вообще песок. И надо было придумывать какие-то новшества, изменения, чтобы была возможность работать на нем. И мы это сделали. И просто нужен был какой-то двигатель внутреннего сгорания, на котором можно было бы это все испытать. И мы взяли АКУ, вот он говорит, бери АКУ. Как бы. Мы взяли АКУ, тарахтит она, потому что, вы видели, мы багажник положили на доску, оно вибрирует, все бьет. Ездить далеко ей не придется. Зарегистрировать такую машину законно можно только в Финляндии. Больше нигде техрегламента нет. В Западной Украине ездит зеленая копейка на дровах. Делал ее мужчина тоже до нас, молодец. Но там он первый бак сделал, он был небольшой, и загрузки хватало на 30 километров пробега. Мы переняли его опыт, ошибку и сделали, чтобы наш бак на 100-150 километров в багажнике скрытом хватало. Если вы возьмете выхлоп бензина, там чего только нет. И свинец, и бутены, бутаны. Я не вникал в это, вредно жутко. И угарный газ, все там. А здесь на выхлопе идет только СО2. СО2 это не вреднее, чем открыть бутылку газировки и понюхать этот газ. Кстати, ЗАЗ, отец запорожца, взял на вооружение идею Сергея Лагунова в части замены топлива на дровишки из леса. Программа «Город» открыта для всех. Присылайте свои фото и видеоматериалы, наблюдения о жизни горожан, и они обязательно станут темами наших сюжетов. До Дня Победы осталось 90 дней. Улицы Брянска названы именами героев партизанского движения. Мемориалы и памятники – все это отголоски Великой Отечественной. Но об одной страничке до сих пор вспоминали редко. После знаменитого приказа под номером 227 «Ни шагу назад» в Красной Армии появились штрафные части. Всего за годы войны более 400 тысяч мужчин прошли через штрафные роты. В России их подвиги увековечены лишь в трех городах – подмосковном Красногорске, Калининграде и Брянске. Здесь в сентябре 43-го года погибли 62 бойца штрафной роты. Ценой своей жизни им удалось отбить у немецких войск стратегически важную высоту – кирпичный завод. 14 сентября 43-го года войска Советской Армии форсировали Десну в районе Черного моста. Как только солдаты перешли реку, их встретил пулеметный огонь противника. Именно на этой горке располагались немецкие солдаты, которые удерживали ее. Они наступали. И именно штрафная рота, 54-я отдельная штрафная рота, ей было дано задание занять эту горку.
Прикрывать отступающих солдат вермахта остался один пулеметчик. Советский солдат обошел противника с тыла и застрелил последнего немецкого солдата на стратегической высоте. Следующим утром, 15 сентября, погибшие бойцы штрафной роты были похоронены в 8 братских могилах. В 1973 году на территории кирпичного завода был установлен памятный обелиск. Шло время, и благодаря работе поисковых групп на табличке появлялись новые имена. После того, как кирпичный завод закрылся, памятник остался без внимания. Последние десятилетия о монументе заботятся только ученики и преподаватели 6-й школы. Это и покраска, это и возможные какие-то варианты ремонта памятника, но также и те элементарные десанты по уборке памятника. Первый урок мужества для первоклашек проходит именно здесь. Почтить память павших солдат штрафной роты приходят ученики, их родители и ветераны. Но только памятными датами и классными уроками патриотическая работа не заканчивается. Десятки писем в различные уголки страны отправили школьники в надежде отыскать родственников погибших солдат. В 2005 году школа обратилась в областное управление культуры с просьбой оказать помощь в реставрации памятника. К сожалению, пришел такой ответ, что правила финансирования не позволяют выделить средства на реставрацию памятника, который не принят под охрану и не является объектом историко-культурного значения. Несмотря на отсутствие культурного значения для областных чиновников, в 2013 году при поддержке Советской районной администрации удалось провести косметический ремонт монумента. Исправить ошибки чиновников обещают активисты ОНФ. Мы видим, что идет застройка, и она приближается к этому памятнику. Вот. И чтобы эту территорию надо узаконить, и чтобы сделать тот памятник, который должен и который заслуживает эти люди, которые отдали свою жизнь за наш родной Брянск. В ближайшее время фронтовики проведут работу по уточнению списков погибших и займутся подготовкой проекта будущего памятника. Мне пришлось служить в Афганистане, и мне близка боль потери наших близких людей, которые ставят интересы Родины. Поэтому я только за то, и каждый и человек, и тем более школьник, который занимается этим, он должен знать ту историю, которая была. И знать, что в Брянске есть уникальный монумент солдатам-штрафникам. До 70-й годовщины Великой Победы осталось 93 дня. А это хороший повод вспомнить о незаслуженно забытых героях Отечества. Очередь на усыновление в России за последний год выросла на 72%. Таковы данные уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павла Астахова. Рецепты спасения от детского одиночества в нашей программе. Чего вы больше всего боялись в детстве? Когда я была маленькая, я боялась ядерной войны, боялась темноты. Но страшнее всего было потеряться, остаться одной, без мамы. Страх. Масштаб этого детского страха мы, взрослые, даже не можем себе представить. Ни один наш взрослый страх не может послужить для сравнения. Ведь чего бы мы ни боялись, операции, переезда, потери близких, мы знаем, что даже при плохом исходе дела у нас останется все остальное. А у маленького ребенка этого остального пока просто нет. Такой страх стал реальностью для очень многих детей в нашей стране. В Брянской области в учреждениях для осиротевших детей на сегодняшний день находится около 700 человек. В то же время, по данным сайта Брянской городской администрации, в городе в более чем 100 приемных семьях воспитывается около 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более трети приемных семей многодетные. Семья Люси и Николая Ореховых – одна из них. 8 мальчиков и девочек дружно живут на небольшой площади неприметного дома в Бежецком районе. Старшая Татьяна – студентка Орловского института культуры. И Сергей – дети Николая от первого брака. Кстати, Сергей, ему 24 года, уже работает. Добытчик в семье, одним словом. Ну а шестеро других –
появились в семье Ореховых, конечно, не в одночасье. Так Карину, старшую из приемных детей, Ореховы забрали из приюта в 2006 году. Мотивацией этого поступка стал социальный плакат, висевший недалеко от дома. С плаката на чету Ореховых смотрел ребенок-сирота. Потом было обращение в опеку, оформление документов и знакомство с девочкой, которая вскоре оказалась для приемных родителей чем-то вроде доказательства того, что чужой ребенок может стать родным. Ребенок не должен расти без родителей. И я считаю, что ребенок не должен расти в каких-то детских домах, в приютах. Вот. Да, это хорошо, то, что есть детские дома, приюты, но все равно ребенок там не получает такого тепла, как в семье. Семья Люси и Николая, выражаясь современным языком, представляет собой многополярный мир. При этом здесь легко уживаются разные характеры. Скромная Карина отличается рассудительностью, молчаливый Слава – чувством юмора, бойкая Катя – веселостью, Оксана – застенчивостью. Ну а самая младшая, Настя, непоседливостью, что, впрочем, вполне соответствует ее возрасту. Если честно, глобальных проблем таких нет у меня, потому что мы со всеми нашли общий язык, все понимаем друг друга. Ну, бывают проблемы там и где с учебой, ну, по поведению у мальчика в основном. Так в школе на них не жалуются, очень хорошие детки. Ну, вот таких особых трений не было, они как-то быстро друг к другу привыкли и быстро, ну, не скажу, что они там полюбили друг друга, но они друг другу помогают. Бывает, они и балуются, бывает, и ставят кузни, но приходится принимать их такими, какие они есть. Дети любят все делать вместе. В то же время у каждого есть свое полезное для семьи увлечение. Хочешь красивую прическу? Обращайся к Кате. Задали нарисовать пейзаж? Твоим услугам юный художник Данила. Уроки самообороны без труда преподаст дзюдоистка Оксана. Тому подтверждение ее спортивные награды. А работящий Слава быстро смастерит скамеечку любого размера или скворечник. Есть увлечение и для души. На лугу стоят овечки, шерсть закручена в колечки, а икра для овечек на сверле человечек. Это Ванечка пастух, у него хороший слух, он и волка ненавидит, и ягненка не обидит. Не обидит ни почем, быть Ванюша скрипачем. Вот такие они, дети семьи Ореховых. Как горсть орешков, каждый из которых уже теперь, можно сказать, содержит в себе зерно любви. А вот как стать приемными родителями, можно узнать в любом отделе опеки нашего города. И если ваше сердце отзывчиво, вы обязательно найдете своего ребенка. Может быть, это будут Саша и Сережа. Тогда знакомьтесь. Два родных братишки. Вроде и внешне похожи, и дружелюбные оба, открытые и подвижные, и одновременно такие разные. Младший Саша озорник. Ни секунды не может провести на одном месте. Ему вечно надо куда-то залезть, узнать, как работает машинка на пульте управления, как звонить по телефону, или что же такое интересное лежит в яркой коробке в шкафу. Он не стесняется. Абсолютно внутренне свободный, не зажатый. Делает то, что придет в голову. Говорит, что вспомнит. И уже проявляет по-мужски настойчивый характер. Не станет заниматься тем, что ему не нравится. Впрочем, его легко заинтересовать чем-то новым. А вот Сережа совсем не такой. Спокойный, сообразительный и очень послушный. Воспитатели не нарадуются на этого симпатягу с умными глазами. У Сережи есть настоящий талант, даже дар. Он просто фантастически рисует. И при этом у него отлично развито воображение. Сережа внимательно слушает собеседника и думает, прежде чем ответить. Общаться с ним одно удовольствие. А еще Сережа внимательно заботится о Саше. Нет сомнения, эти двое мальчишек принесут радость своей семье, в которой, благодаря им, станет много смеха и доброты. Что, где, когда? На эти вопросы мы ответим для тех, кто еще решает, как провести свободное время. Наша постоянная рубрика «Афиша города». Этого февраля в преддверии Дня влюбленных в киноконцертном зале «Дружба» московская студия «Тихая музыка» представит уникальный проект «Найти любовь и умереть». Это история о волшебной и трагической любви.
ней поведают романтические рисунки на песке в сопровождении гитарной музыки. Начало представления в 19:00. А 14 февраля на этой же сцене в концертной программе, посвященной Дню Святого Валентина, прозвучит популярная музыка в исполнении Брянского городского камерного оркестра под управлением Эдуарда Амбарцумяна. Начало концерта в 18:00. 5 февраля в областном краеведческом музее открылась выставка, которая знакомит зрителей с уникальным животным – зубром. В экспозиции представлены фотоработы любителей и профессионалов. Выставка открыта с 10:00 до 19:00. Понедельник – выходной день. Защитникам Отечества посвящается. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне в областном художественном музее открылась выставка живописи, графики, скульптуры из фондов музея. Выставка продлится до 29 февраля. В музее братьев Ткачевых открылась выставка «Ладошки к солнцу». В экспозиции представлены творческие работы детей, подопечных благотворительного фонда помощи детям «Добрый журавлик». Городской выставочный зал. 6 февраля здесь открывается персональная выставка брянских живописцев Галины и Виктора Зиновкина. В центре «Народное творчество» представлены работы учеников народного мастера России и Брянской области Людмилы Силаковой. В экспозиции выставки 20 полотен, вышитых в разной технике. Выставка продлится до 23 февраля. 8 февраля на сцене Театра юного зрителя будет дано сказочное представление по пьесе Чарльза Уэя «Спящая красавица». Начало спектакля в 12:00. 8 февраля в Театре кукол сказка «Мамина сибиряка. Серая шейка». Начало в 11:00, а 13 февраля дети смогут посмотреть сказку по щучьему велению. Начало в 11:00 и в 13:00. Программа «Город» – проект для неравнодушных. Если вам есть что сказать горожанам, чем поделиться с телезрителями, оставляйте свои сообщения по адресу rengorod@yandex.ru или звоните 920109 или 920030. Смотрите в следующей программе. Как Брянск отметил первую годовщину открытия 22-х Олимпийских игр. Какие электрички вернутся после призыва президента Путина? Чем еще запомнится вторая неделя февраля? Смотрите в субботу в 12:30. Закончить выпуск программы «Город» хочется напоминанием. 10 февраля по новому стилю 125-летие Бориса Пастернака, Нобелевского лауреата по литературе. Его можно цитировать бесконечно. И одна фраза, как девиз корреспондента РЕН-ТВ «Брянск». «Во всем нам хочется дойти до самой сути». Редакция приглашает телезрителей к обсуждению насущных проблем города. А уж мы постараемся разобраться в их причинах и вместе найти решение. Дойдем, так сказать, до сути. Смотрите видеозарисовку по-пастернаковски. Февраль. Достать чернил и плакать. Я Артем Сухоломкин. На этом с вами прощаюсь. До встречи. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Дождь ли, снег, любое время года – надо благодарно принимать. Он звуки душевные непогоды, в сердце одиночество печать и бессонниц горестные всходы. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Ко Дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построение бессмертного полка. Они должны пройти победным строем. Подробности на сайте мойполк.ру.